Всем привет, с вами Дум. Сегодня у нас снова распаковочка посылки с сайта Озон. Такая вот, ну как, средняя, наверное, коробка. Так, посмотрим, что у нас тут написано на ней. Написано у нас на ней интернет-решение, Тверской филиал. Сумма посылки 1717 рублей. С объявленной ценностью, стандартная посылка, сумма... Данное отправление полностью оплачено. И, собственно, я получатель. Да, я уже сразу оплатил посылочку Киви. Вот. И, собственно, давайте ее распаковывать. Мой ножичек. Там была акция опять на Озоне. 10% скидка на все. Ну, почти на все, кроме электроники. Такая странная у посылки форма, да? О, как будто ее мяли, но это не от этого. Так. Так, первое у нас это диск с фильмом «Воздушная тюрьма». Вот, стоил он 140 рублей со скидками, там со всей фигней. И еще один диск, это у нас новиночка, фильм «Леон». Вышел он, это издание, совсем недавно. Так, вот это у нас фильм «Леон». И последнее, самое большое. Походу мне помяли коробочку, как я понял. Или не помяли. Ну, вроде чуть-чуть помято. Ладно, это фигня все. Вот это у нас, так сказать, коллекционное издание фильма «Титаны». Вот здесь эксклюзивное издание, плюс коллекция из двух фильмов, плюс футболка. Вот такая толстенькая коробочка. Ну вот, и что-то инвойсов нету. Или где-то тут. Ага, инвойс есть. Так, сейчас я сам сначала прочитаю. Вот, собственно, инвойс. Воздушная тюрьма. Со скидкой все вместе 1717 рублей. Вот собственно все, что заказывал. Все, всем спасибо за просмотр, всем пока.